вот скажи. Через водопроводную поедем. Я покажу дорогу. Нормально. Нам подходит по дороге. Это по дороге все равно. Нужно за чуть-чуть опомнить. Как неправильно стоит. Как, блять, как и всегда. Что ты? Типа сумка, че что? Ну верно. Случайно ты говоришь, что это за Макдональдс, ты помнишь? И что? Вообще случайно. Мы едем в Макдональдс, а там как раз сразу его ломаешь, ты понял? Короче, поехали на танцы. Да нет, стоим. Сейчас нас как Макдональдс идет. Снимай, снимай, найдет. Номера было видно. Кто нас сбил, значит. Смотри, АЕ-2254, Днепропетровска. Днепропетровска. Днепропетровск. Днепр, брат, приехал. Продукты. Привет, в Одессу. Такая песня. Днепропетровск, мой дом родной. Днепропетровска, я брат. Пам-пам-пам-пам. Ну, где, кто пули не боятся, слышала? Нет. Кто знает эти девичьи права? Тра-та-та-та-та. Сейчас я тебе буду петь. Снимаю всех людей, мужика, бабушка. Каждый раз это будешь говорить, когда я еду. Я куда эту бабушку смотрю? Она же знала. Надо, чтобы они все видели. Вот так, сейчас мы вот так вот раз. И кофейку. Летим и улетаем, пролетаем. А кто это там? Это мегалод. Я не увидела со спины. Обязательно, обязательно покажи сейчас. Кисло. Технический перерыв. Технический перерыв. Куда ехать? Вот там уже есть еще. Куда? Вот там. Не, же. Ну, куда ехать там по пути? Куда? Че, туда? Куда на привоз? А, блять, туда, прямо едем, прямо? Дальше покажу дорогу. Да, прямо. Прямо. Да без разницы. Нам все надо быстро. Слышала, генератор работает, опять все. У меня вчера свет отключали. А что? Не знаю. Опять сейчас будет зима веселая, походу. Ну да. Видишь, у всех. У всех стали выключить. Бля! Сколько ты весишь? 45. Да ладно. Да. 60? 45. 60. 45. 45. 45. Бабушка, извини, мы не пропускаем. Ну извините, нету тормозов. Правильно? Правильно. Так ты брал альфа, не показала альфа. Не показала. Там чувак, вот еще снимать. Спроси, вот впереди, впереди, брат, что он там еще? Опа. Серьезно? Нет. Не, не было? Проезжаем? Да. Ночью будем по, а вот еще один проезжаем. Знаете, вы будем его казаться. Тут налево. Где налево? На этом перекрестке. На привоз направо вообще доехали. Я покажу короткую дорогу. Маленькими перепелочками. А, вот тут сейчас Ричард где-то живет, да? Да. Ну, цукини, дальше. Цукини. Тут дальше вот там. Покажи цукини, ты там съела шо? Супчик, салатик. Салатик какой был? Греческий. Большая? Большая. Еле слетала, да? Да. Где Ричард живет? Дальше. Вот там во дворах живет.
ну не во дворах, а в частном секторе. Они же фанаты будут, всем будет интересно. Они когда будут ехать, да, за автографом, будут этим, по локациям, по ресторанам искать, Ричарда, Рыжу. Идите, банк будет искать скоро. Я надеюсь, что нет. Ты будешь давать банк? Нет, не буду. Почему? А что ты надеешься, что нет? Зачем? Смотри, зачем? Нет. Здесь направо. Нет, направо. На светофоре? Да. На стрелку права знаешь? А? Правила дорожного движения. Видишь, красный свет, это на стоянке. А зеленая стрелка, это значит, нам можно уехать. Ну, мы поехали на красную. Но мы все равно едем на красную. Понимаешь, почему? Почему? Потому что мы работаем на спуске. Ладно. Нам можно на красную ехать. На привозе где именно? Какая там улица? Там включишь на навигаторе, поедем по навигатору. Хорошо. Там сейчас где... покажу, как ездить через водопроводную. Это самый быстрый путь в центр города. Давай, улица... по которой можно быстрее всего добраться в центр. Покажи Кадор, Кадор, покажи, что там написано Кадор. Где там Кадор? Там слева написано в доме Кадор и голубь, Кадор. Видишь? Вижу. А я видел все. И солнце покажу. Солнце сзади нас. Фокус справа. Это как улица называется? Малиновского. О, давай ты будешь как дома. Хит, пойдешь. Я сказал это. Улица Малиновского. Я навигатор. Едьте прямо, держите направление. А вот тут вот живет мой бывший работодатель. В каком доме, на каком этаже? Сколько лет? Как зовут? Даша зовут. Даша? Даша. Даша? Даша. Да, супервайзер. Супервайзер? Это супервайзер, супервайзер, да? Тоже такая падла, блядь. Которая под чеку бабки не отдает. Тут новая Таврия недавно открылась. Ух ты, какая. Как Макдональдс, да? Типа. Дальше прямо. Сейчас тут будет круг. На круге нам надо налево. На первый съезд. Шо? Круг это съезд. На первый, второй, третий. И не, сейчас посмотрим. Сейчас я покажу, короче, куда нам надо просто. Вот тут вот, поворачиваем на вот этом круге, нам нужно налево. Нам сейчас прямо или направо? Сейчас прямо. Не направо, прямо, да? Прямо, 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 прямо. Я же говорю, на круге, вот прямо, тут прямо, вот. Да? А теперь? Да, что? Налево нам надо, вот туда вот выехать. Вот смотри, там вот туда вот. Написано? Да, вот, да, нам туда. Нам туда и вот туда, вот налево, вот там вот, вот это вот водопроводная, нам туда выехать надо. Мы можем, если, ну ладно. Это через круг надо вот так ехать. Это все самый... правильный, если правильный навигатор был, то я бы тут повернул, то я бы там пролетел. Ну все. Где получится, надо туда или туда? Нам туда надо. Вот так а вот. А как туда попасть? Ну вот, смотри, так вот. Так у нас поворотников нету. Я не покажу того чувака, он не дикого. Жара. А что так жарко? Тебе не жарко в джинсах? Жарко. А тебе говорил мне дважды. Когда я уже вышла? Ну да, я только в джинсы одел, а ты опять одела джинсы. Жарко, да? Я представляю, как тебе жарко. Какой светофор. Не вижу это будет. Почему? Не хватает скорости чуть-чуть. Чуть-чуть скорости. Держишь ты? Да. Снимаешь все? Да. Покажи, что это прикольно. И вот туда вот. А я понял, не перестроиться нереально. Нам надо теперь вот сюда. Через пешеходный переход сюда. Рельсы сюда. Пешеходный переход сюда. Я запутался в этом знаке. Нет, ну если ты сам приехал, я бы уже давно бы проехал. Все показываешь? Мужика показала? Да. Да, вот. А ее показала? Да. А ее, а его. И теперь просто по прямой. Вот на водопроводную? И мы, да, вот мы выезжаем на водопроводную, и теперь просто по прямой, и через 10 минут мы на привозе. 10 минут опоздать, мы опять на этом, на бой. Морозовом самокате. Сейчас мы будем проезжать с
Смотрите, а теперь я провожу экскурсию по городу Одесса. Слева от нас сейчас будет кладбище, а справа тюрьма. Что? Слева кладбище, справа тюрьма. Тюрьма? Тюрьма. Сейчас дальше будем ее проезжать. Сейчас дальше будем проезжать. Тебя посадили в тюрьму и потом похоронили сразу. Да, да, да. Это называется слева сидят, справа лежат, слева сидят. Смотри, смотри, какой на мусорке, глянь, на альфагере, конь, конь. Бля. Здесь на аукцион приезжаю его. Я же говорил, невозможно. Ладно, все, я сейчас выключится. Ладно, все. Айфон. Да. Айфон. Заберем на рядом какой-то айфон? Заберем. 100 гривен, как бабки. Зачем мы его садим сюда? Кофе умило. Это нам на ход ноги. Без этого, без бананового молока. На молоко надо два альфа-мора. А я где-то выливаю. Через море вот отсюда, через эти хорошие. Ну да, так тоже можно. Вот. И слева начинается кладбище. Слева у нас начинается кладбище. Кладбище, да, кольцо. Да, огромное. Да, я неси там хорошие. Да. Она сейчас рабочая? А? Рабочая? Ну да. А на всех местах там хорошая? На всех, на всех. Показывай, где это. Вот. Рассказывай. Он сидел, мишка, вот япончик. СИЗО. Ты или тюрьма, или СИЗО, что-то такое. А? СИЗО вроде бы. СИЗО? СИЗО. Побеги были? Да. Когда я была в 9 классе. Кто-то убежал, да? Да. 8 человек. Через забор перебили? Я не помню уже как. Я не помню, честно говоря, как. Но 8 заключенных уже сразу. 8 заключенных тогда сбежало. 8 заключенных? Заключенных. Заключенных? Заключенных. 7 или 8 человек где-то сбежало. Чувака пока пару лет назад. Слышь, так чистенько возле тюрьмы, да? Справа сидят, а слева лежат. Где? Еще так час целый ехать. Ты доебнулся. А два? А прикинь, короче, я вот по этой улице, вот так вот, мы постоянно пешком ходили, короче, в центр города. Вот в такую погоду. Пешком, вот это все. Ты не загорала? Нет. Кожа не загорала? Нет. А знаешь почему? Почему? Потому что ты не работала на спинке. Не работала на спинке, но ты не загорала. Крыша падает все. Ты всего лишь раз. Кожу скинуть, как змея. Что, ездил так в центр? Ездил так в центр? В центр, да. Я уже теперь перекрестка, а оттуда я уже не разу, как у меня походил. Не выезжал. По какими-то улочками.
Держи.